площади Победы у памятника защитникам Ленинграда мы собрались в знаковый для нас день. День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ознаменовали мы сегодня этот день интересным маршрутом, автопробегом по важнейшим магистралям нашего города. Но сегодня, дорогие друзья, праздник. Сегодня День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И мы, убежденные в том, что наше дело правое, что наша программа и программа нашего кандидата Геннадия Андреевича Зюганова позволит вывести страну из этого тупика. Мы вас поздравляем всех и от вашего имени всех жителей нашего города с этим праздником и говорим за Зюганова. Праздником, товарищи! Но мы все знаем хорошее изречение, что тот народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Мы с вами должны сделать все для того, чтобы накормить нашу армию, чтобы солдат, офицер был сыт, в тепле, обеспечен всем, что ему положено. Чтобы у него было современное оружие, новые информационные технологии, которые могли бы поразить противника на расстоянии. Мы сегодня собрались здесь, чтобы отметить 94-ю годовщину со дня создания Красной Армии. В этот самый день разрозненные отряды Красной Гвардии, рабочие отряды, крестьянские отряды начали объединяться в красноармейские отряды, в отряды Красной Армии для того, чтобы дать отпор внешним врагам, которые покушались на независимость молодого советского государства, первого в мире государства рабочих и крестьян.